Здравствуйте! Нам посоветовали очень интересное экономное капельное орошение с помощью вот таких вот бутылок. Для капельного орошения нам понадобится бутылка полная с водой. Нужно сделать отверстие сверху тоненькой иголочки, иголочкой маленькое тоненькое отверстие. Вот так вот делается. И также снизу через это отверстие будет поливаться растение. И вот так вот вылаживаем нашу бутылочку к растению, чтобы дырочка поливала обязательно корень. Вот так вот видно здесь, как течет водичка, поливает наше деревце. Это вишенка у нас растет. Ну, на ближайшие несколько дней мы будем уверены, что наше дерево будет полито. И со 100% гарантией вода попадет именно под корень, а не вокруг, как бы разольется. Здравствуйте. Нам посоветовали очень интересный вариант капельного орошения в домашних условиях. Для этого берем 5-литровый бутыль воды. Потом делаем два отверстия. Одно отверстие маленькое, иголочкой, и второе отверстие чуть больше. Вот таким образом. Получается маленькой струйкой водичка будет медленно поливать наши растения, и вода не будет разливаться вокруг растения. С нижнего отверстия у нас вытекает маленькая струйка воды. Эту водичку нужно направлять на подкорень растения. Водичка течет медленно, сразу впитывается в области корня растения и тем самым поливается. В данном случае мы поливаем наш фундук. Если использовать полив с ведра, то как бы мы сразу выливаем целое ведро воды, которая разливается вокруг и плохо впитывается. Ну, неэффективно получается полив. А при помощи этого типа капельного орошения мы эффективно и экономно поливаем наше растение. Если вам понравился этот интересный способ полива, ставьте лайки на нашем канале. Всем пока-пока!